Музей памяти жертв Холокоста создадут в Одессе. В горсовете уже выбрали главного заказчика. Проектирование и проведение работы им станет городское капитальное строительство. Как именно будет выглядеть это пространство, пока неизвестно. Также нет информации, на какие средства будет построено. Этот вопрос решат после проведения конкурсно-проектных работ и согласования с соответствующими департаментами города. Построить музей планируют в Прохоровском сквере. По замыслу он должен сохранить и донести до будущих поколений историю о трагедии Холокоста. Есть пропозиции громадських организаций. Вони сейчас в процессе обговорювання с керівництвом міста. И это питання є дуже актуальним для міста, для, и не тільки для міста, но и для громадськості, и для керівництва.